Благодать и мир вам от Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Третья часть песнопения «Милость мира» Виктора Сергеевича Калинникова. Музыка для мужского хора написана в 1917-18 годах. «Тебе поем». И предыдущая часть «Свят, свят» и «Тебе поем» Калинников написал, сочетая сложнейшие гармонии западные с интонациями наших русских православных распевов. Ему, как никому другому, это мастерски всегда удавалось. Поэтому «Свят», который вчера мы слушали, с одной стороны, было похоже на такие торжественные эпизоды католической мессы, а с другой стороны, интонации сугубо наши, русские, православные, распевные. Сегодня тебе поем, послушай. Мы послушали с вами, ну и посмотрели те пейзажи, которые положены были в этом фильме. Песнопение «Тебе поем» Виктора Калинникова из литургии для мужского хора. Прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго, братья и сестры.
братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.